Сегодня День народного единства. Вадим Красносельский поздравил приднестровцев. Этот праздник олицетворяет единство приднестровского народа, объединенного общей историей, культурой и традициями. Приднестровье всегда было многонациональным и поликонфессиональным. Здесь веками жили рядом, работали, создавали семьи, вместе радовались и вместе печалились люди разных национальностей. Следующий год – год 35-летнего юбилея нашего государства, объявлен годом приднестровского народа.